Какая страна, которая на государственном уровне возрождает нацизм, героизирует нацистских преступников, должна быть лишена суверенитета, mm-hmm. то есть должна быть отдана под внешнее управление. И то, что Верховная Рада не рада, это не имеет вообще никакого значения, поскольку это не легитимный орган власти. Слушайте, в разных странах мира запрещены нацистские партии, российские партии. Вам это хорошо известно. Но вы же понимаете, что нацистские партии, эти тем не менее, даже вот те, о которых мы говорим, самые что ни на есть одиозные, они не позволяли себе называть героями открыто Гитлера или других коллаборационистов, типа, вот, например, кстати, например, в России коллаборационистами были совершенно страшные люди тоже. Такие, как генерал Краснов, как Каминский, Бронислав Каминский. Знаете наверняка эти фамилии. Да. Это действительно были тоже изверги, преступники. Мы себе не можем представить, чтобы в России кто-то сегодня назвал героем. То есть, если да, то человек окажется за решеткой.